Действительно, общество в Украине требовало этого. Оно хотело обновления. Обновления власти и обновления, в том числе, чиновничьих кадров. И вот это, и вот это, но, к сожалению, сейчас выборы заявили. А вы точно не боитесь сами люстрации? Вот что мне интересно, вы так за нее ратуете? Страну до вот такой точки, в которой мы сегодня находимся, к сожалению. Это удобно, не слышать неудобные вопросы. Алексей, вы лично люстрацию боитесь? Мне нечего бояться люстрацию, потому что я... А кем вы были при режиме Януковича? Никаким образом под люстрацию не подпадаю. Я никогда не был... А кем вы были во времена режима Януковича? Первым заместителем председателя областного совета. Меня никогда не назначал Янукович или Азаров, или кто бы то ни было еще своим указом. И более того, я единственный, во всяком случае, в Одесской области, чиновник такого ранга, который ушел в отставку по собственному желанию.